Хочу сегодня заняться вот этой вот клумбой цветочной мне. Привести ее немножко в порядок. Еще не дошли руки до нее. Высадить наконец-то, может быть, колеусы сюда. Или куда-нибудь еще. Стоят там в теплице, мучаются. Погода все никак не дает. Вечер очень сильный. Завтра циклон какой-то у нас на дня 3-4. В общем, посмотрю, что у меня на этой клумбе. Вот гейхеры разрастаются. Вот такой вид. Такой. Астильба. Здесь еще одна гейхера. Здесь вот эти вот виолки насеялись, забили мне тут хосту. Вот не знаю, сейчас открыть ее или пересадить в другое место. Сейчас буду думать. Такая вот хоста. Здесь овсянница тоже забила мне хосту. Просто овсянница тут временно росла. Были маленькие такие кочки. Сейчас она выросла. И все мне забило мою красивую хосту. Тоже сейчас буду убирать эту овсяницу отсюда. Это дельфиниумы подрастают. Здесь у меня гортензия такая маленькая, небольшая. Пообрезала ее. Там еще одна хоста. Здесь уже такой старенький куст, он большой, разрастается. Дальше вот здесь еще хосты ряд. Тоже все заполоняют. Это я агератум высадила. Такой поляной. Здесь кусты ромашки. Это гириотроп. Высадила в этом году первый год, но что-то он мне вообще не нравится. Такой страшненький стоит. Не знаю, пока за ним наблюдаю. Если так и будет продолжение, то я его, наверное, вытащу. Не нравится он мне. Гайлардия вот тут цветает. Тоже в первый год ее посадила, но она многолетняя. Вот здесь стоит. Ирисы уже вот тут некоторые отцвели. Что поздно сняла. Тоже красиво цвели. Это примула вылезла таким ковром. Но тоже она недолго зацветет. Цветет недолго. С елками что-то в этом году, конечно. Но вот это вот вроде ничего. А вот эта зиму плохо пережила. Что-то с ней очень-очень плохо. Подкормили ее. Тут есть новые, конечно, приростки. Вот это вообще расстраивает меня. Ну, в общем, вот этой вот грядкой сейчас, клумбой займусь. Приведу ее немножко в порядок. Здесь у меня еще мята растет по незнанию. Вот посадили маленький-маленький кустик на вот эту общую клумбу. Но этого делать не стоило, конечно. Она так разрастается, она заполонила здесь все. Все пространство, как сорняк. В общем, ее нужно, ребята, или отдельно куда-то, или куда-нибудь вон в горшок сейчас ее пересажу.
А эту всю надо поудалять. Это просто. Не знаю. Наверное, еще нарастет. Вот она, везде. Везде. О. Сейчас буду это все удалять. Наверное, вылезет еще не раз. В общем, наш опыт. Не надо мяту высаживать в общую что-то, клумбу какую-то. Надо ее куда-то подальше, отдельно или отдельно в горшочек. Сейчас я это и сделаю, в горшок ее пересажу. Есть у меня вот такой замечательный инструмент для удаления сорняков. Прям с корнем. Вообще, мне очень нравится. Классный. В Леруа его покупали. Всем советую. Все на своих любимых местах. Королевишна на подушке, на лавке, загорает. А Дэнни, значит, под лавкой, в тенечке. Жарко, Дэнечка, да? Шел бы ты домой. Водички там попил. Вот, любит вот здесь. На свежем воздухе полежать. Сегодня вот столько огурчиков насобирали. Второй наш урожай. Ну все, теперь будем с огурцами своими. Девчонкам вкусняшку очередную. Картофель тут отваренный. Остался. Сейчас увидят меня. Начнут бегать. Девчонки. Как вы тут? Боже, побежали, побежали. Все за мной побежали. Так, не выходим. Не выходим. Как вот сейчас с вами тут воевать? Так, тихо. Куда ж ты спрыгаешь? И как мне зайти? Так, выходим. Я тут по даче за вами бегать не буду. Пошли. Так. Пошли. Пойдем, 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 пойдем. Туда, туда, туда. Так, пойдем, пойдем, пойдем. Так, вот подождите. Здесь грязюку уберу. Так. Все. Не подпрыгивай. Что же это такое? Все, сейчас мне на голову залезут. Отошли. Ой, вы все готовы есть. Да? Все готово есть. Ой. Дима тут развлекается, косит траву. Уже преддомовую территорию начал косить. Все тут повыкашивал вот перед домом. Вот форзиция у нас красивая зацвела. Это у нас преддомовая территория. Тоже такая большая, надо за ней ухаживать. Косить траву. Где-то тут охранники сидят. Кто тут у нас за калиткой, а? Кто тут у нас за калиткой? Охрана, да? Вас не пускают.
никуда. Не пускают вас. Хвостики. Перенесла все колеусы с теплицы вот сюда. Сейчас буду высаживать в эту клумбу. Такие вот у меня колеусы. Здесь и магический нефрит, красный бархат. Вот этот большой очень блюме, очень высокий. Вот эти бархатистые, по-моему, это дракон, красный дракон называется. А вот эти названия я не знаю. Это мне давала свекровь маленькие росточки. Конечно, уже они у меня так вымахали, так вымахали. Несколько раз были обстрижены, опять наросли. В общем, ждали своего часа. Сейчас буду заниматься колеусами. Наконец-то. Цветочная клумба готова. Вот такая она у меня большая. Работы было много. Пересадила колеусы уже на постоянное место. Уже повеселее стало. Появились какие-то яркие пятна. Еще разрастется это все. Здесь освободила пространство под хосту, под одну, вот по вторую. Убрала здесь овсянницу. Пересадила ее в другое место. А здесь вот эти виолки тоже убрала. И пересадила их тоже в другое место. Вот этот колеус новый у меня в этом году. Блюме. Очень красивый. Такой необычный. Окрас у него должен таким кустом большим вырасти. Посмотрим. Дальше можжевельник вот здесь уже такой разросся. Большой. Там дальше тоже колеусы. Елочка. Вот виолочки вот сюда пересадила под елки. Пока лежат. Ну, поднимутся, приживутся. Приживутся. Жалко их было выбросить. Может, поднимутся. Здесь такой ковер из примулы. Жалко, что она быстро отцветает. Очень красиво. Это многолетнее растение. Таким ковровым в этом году прям пышный. Сейчас еще покажу одну цветочную клумбу. Так называемой входной группы. Такая клумба с декоративными кустарниками. Вот и овсяница сюда переместилась. Хорошо здесь смотрится. Мне нравится. Колеусы.
этот такой оригинальный. Вот цвет у него светло-светло-зеленый. Тоже сорт не знаю, там мне свекровь давала росточек. И вот этот вот тоже необычный сорт. Здесь лилейники. Хосты опять ряд. Еще один колюс. Блюмы. Сюда посадила. Красота получилась.